Всем привет! С вами вязание от сайта вязок.ру, и сегодня мы будем учиться вязать столбики без накида еще одним способом в виде крестиков. Самый привычный — это галочки, есть еще столбики без накида в раскол. Сегодня же мы будем учиться вязать крестиками, ими полотно получается более плотным, что идеально для вязания игрушек. Другие способы вязания столбиков без накида вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочки я оставлю в описании к видео. Для вязания мы берем пряжу. У меня это Янард джинс, пряжа, которой я обычно вяжу игрушки. Клубок у меня побывал в руках у двухлетней дочки, поэтому выглядит немножко непрезентабельно. И крючок, подходящий под пряжу и вашу плотность вязания. Для Янард джинс у меня крючок 1,6 мм. Давайте приступим к вязанию. Начинаем вязание мы, как обычно, с кольцами грунями. Закрепляем его воздушной петелькой и вяжем в него 6 столбиков без накида. Здесь без разницы, каким образом вы захватываете нить. Просто вяжем. И шестой. Колечко затягиваем. Далее. Если бы мы вязали обычные столбики без накида в виде галочек, мы бы как делали? Вводили крючок, захватывали нить таким вот образом снизу, да? Заводили крючок. Столбики без накида в виде крестиков вяжутся по-другому. Ниточку мы захватываем по-другому. Мы вводим крючок в петлю и захватываем нить. Еще раз вводим крючок в петлю и захватываем нить. Провязали два столбика. Снова вводим крючок, захватываем нить. То есть не вот так, а вот так. Провязали. Еще раз. Провязали. Крючок, она не заводится под нить, а остается над нитью, и ниточка захватывается сверху. Вот так. И остается нам провязать всего ничего до завершения этого ряда. Ряда с прибавками. Вяжем последнюю петельку. Вводим крючок в петлю. Крючок еще раз над нитью, да, остается. И провязываем обычный столбик. То есть мы его не заводим, как обычно, за нить, а оставляем спереди. Провязали 12 петелек. У нас в ряду получилось. Полотно, провязанное крестиками, оно более плотное и тактильно оно немножко по-другому ощущается. Сами крестики, вот думаю, вам здесь видно, как они выглядят. То есть перечеркнутые, как в принципе при вышивании крестом. Похоже очень, только здесь мы их вяжем. Давайте провяжем еще один ряд с прибавками. Прибавки мы будем делать через столбик. Мы вяжем первый столбик, далее вводим крючок в следующую петлю, провязываем в нее два столбика, не галочки, а крестики. Я вяжу долгое время галочками, но стараюсь переходить на крестики вязания игрушек, потому что для себя, попробовав этот способ, я отметила, что он мне подходит больше. И полотно лучше держит форму и вообще лучше выглядит. Всего комбинаций у нас будет 6, то есть мы вяжем столбик без накида, прибавка 6 раз, и в конце ряда у нас будет 18 петелек. Давайте довяжем этот ряд и
Посмотрим, что у нас получилось. Что получилось, провязав этот ряд, 18 петелек. Таким образом, вы можете связать неограниченное количество рядов. Принцип вязания остается тот же, то есть по правилу круга, если вы вяжете по кругу, будет каждый ряд прибавляться по 6 петелек. Единственное, что разным захватом нити вы можете добиться разного результата. Моя задача была показать именно, как будет выглядеть, если вы будете вязать крестиками и захватывать нить по-другому. Если вам было полезно это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Смотрите нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Эфир, YouTube и Instagram. Все контакты я оставлю в описании к видео, чтобы вы могли найти нас в любой соцсети. До новых встреч! Пока-пока!